Добрый день, уважаемые зрители, инвесторы, партнеры и все те, кто следит за проектом «Совалмаш». Мы находимся, как всегда, на наших площадях в ПКТБ, и сегодня продолжается работа полным ходом, параллельно со всеми процессами, которые протекают в связи со сдачей госкомиссии, мы также принимаем новое оборудование. И вот, в частности, сейчас вы видите, здесь представлены прессы, которые пойдут в литейку. Один, второй, они разной мощности, разной производительности. Параллельно с ними вот здесь был станок, который необходим нам для нарезки упаковки. Это та упаковка, которая применяется при, знаете, все сталкивались с каким образом. Либо телевизор новый приобрели, либо компьютер. И вот там такая вот вспененная упаковочка. Вот, пожалуйста, теперь мы тоже сможем свои изделия очень качественно и аккуратно упаковывать. Он уже сейчас в данный момент перемещается на свое законное место. Ну, вы это, впрочем, увидите. Вот, дальше мы получили не менее важные элементы, а именно это сушильные шкафы. Они неспроста стоят здесь, это уже их, скажем, место, для которого они предназначались. Возможно, это немножко здесь как-то подвигается, но в целом они относятся непосредственно к установке для пропитки лаком. То есть, напоминаем, да, сюда у нас загружается целый ряд, пачка, если можно так выразиться, с двигателями, которые необходимо пропитать. После того они помещаются в шкафы, лак высыхает до нужного состояния, происходит полимеризация, и, соответственно, на выходе у нас готовое изделие, которое дальше уже обрабатывается там теми способами, которые необходимо пройти еще в его жизни становления. Вот. Также давайте пройдем недалеко, отходя от кассы, скажем так. В данном цеху у нас располагается крупнокалиберное очередное оборудование, мы его вам уже демонстрировали, а именно это колодно-высадной станок. На текущем этапе станок уже подключен, подведены все инженерные коммуникации, уже установлен податчик металлического прута, он уже заведен в кормушку, уже здесь все отрегулировано, и по нажатии кнопки осуществляется беспрепятственная подача прута уже в рабочую зону. Дальше здесь мы наблюдаем уже смонтированный конвейер, из которого выходят, соответственно, готовые изделия. Ну а здесь же мы с вами видим, назовем это рабочим столом. В общем, грандиозное сооружение, которое все в масле по причине того, что так быть и должно. Так как это холодно-высадной станок, удары здесь серьезные, и без большого количества масла дело не обходится. То есть все это начинает мироточить во время работы, грохот стоит такой капитальный, и, соответственно, все вот эти мощные конструкции выполняют свою задачу, и на выходе мы получаем валы для двигателей, с которыми необходимо провести только одну операцию, это проточить под посадочные места для подшипников и так далее. И в данном случае проводится пусконаладочные работы, станок настраивается, выходит на рабочие режимы, он уже запускается, он уже дает определенный результат, но точную настройку никто не отменял, поэтому как раз-таки этим специалисты и заняты. Ну и на самом деле, помимо этого, тоже протекают и другие работы. Работы ведутся и в лаборатории, испытываются двигатели с пакетом 30 мм, встраиваемые двигатели 90-го габарита. Поэтому работ много. Работаем с комиссиями, работаем с технологией, работаем с инженерными коммуникациями, которые необходимы для станков, ну и также с технологическим оборудованием. На этом сегодня все. Включение достаточно краткое. Я думаю, кадры вы подсъемочные посмотрите и надеюсь, что они вам понравятся. Напоминаю, мы находимся на финишной прямой, поэтому сейчас, как говорится, ваша поддержка как никогда нам нужна. Обязательно оставляйте комментарии, пишите. Задавайте вопросы, ставьте лайки под видео в социальных сетях, потому что именно вот эти действия в том числе являются очень существенной поддержкой. Чем больше людей узнает о нашем проекте, тем лучше для всех нас. Спасибо за внимание, за поддержку и за доверие. До новых встреч!